помириться, я правильно понимаю? Я не то, что хочу помириться, но я не хочу больше этого негатива. Ты с Кристиной будешь мириться, да, или нет? Я не хочу, я с ней больше общаться. Ну, насрала она мне в душу настолько, что она мне больше неприятна. Когда ты осталась одна, и все против тебя, ты начала это понимать. Женя, все зависит от мужчины, который находится рядом с тобой. Просто если бы не Артем, ты бы здесь вообще, не знаю, ты бы ушла отсюда со слезами на глазах.